Ну вот, третий день у нас собака находится. Очень она хорошая, очень она контактная. От меня, я не знаю, она вообще не отходит. Почему-то, что очень странно. Сейчас она пока на поводке находится, но я думаю, что завтра, послезавтра мы уже и поводок снимем. В доме она просто гуляет. То есть там дверь у нее, вольер открытая, но она там спит, покушать заходит, попить водичку. А так дверь у нее всегда открытая. Она с собаками вместе. Эльза! Эльза! Иди сюда, ай, моя зайка. Ай, молодец, гуляй. Наши собаки тут. Они подружились уже. Вот такая вот Эльза. Эльза! Ты тоже хочешь в огород пойти? Не, в огород не надо. Я и этих-то ругаю, что они туда ходят. Так что завтра здесь забор будем ставить, чтобы уже никто туда не ходил.